почему название такое и что в принципе с ним не так, посмотрите это видео и поймете. Очень просто. Приятного просмотра. Давай, покажи, как ты преодолеваешь лужи. Ну, отлично просто. Это идет дорога сразу туда на разворот, я понял. Ну как разворот, к тому озеру. Так, стоп. Конечно, я бы мог поэкспериментировать немного, но я не буду. Тихо, тихо, тихо. Не падай еще. Упасть не хватало. Здесь вот именно. Потом еще думай, как переворачивать эту штуку. Так, ну вроде проезжаем нормально. Сколько раз я сказал это? Сколько? 4-5 раз? Я уже не помню даже. А, ну да, так и нужно. Капец, тут дороги кривые, конечно. Жаль, тут нет мини-карты. Стоп. А, да, не сюда приезжать. Разворачиваться не нужно. Я, кстати, по этой дороге еще не ездил. Вообще. И там опять лужа. Сколько же их тут будет? Причем еще такие развороты неудобные. Так, это здесь? Нет, это еще дальше. Кстати, топлива хватает, так что я надеюсь, мы успеем доехать до того места, где сгружать эти бревна. Так, я что-то повредил уже. Так, это здесь? Да, это здесь. Только попробуй здесь перевернуться. Хорошо. Не перевернуться. Отлично. Давай, 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 давай. Сможешь. Так, уже знакомая дорога. Куда там дальше по карте? Ну, еще достаточно. Хотя мы с такими темпами, скорее всего, даже до гаража доедем. Что как бы очень даже прикольно. Что тебе прикольно? Стоп. Ошибочка. Засмотрелся куда-то и ворон увидел. Они просто спавнятся из ниоткуда. Прикольно вот так вот получается. Весело. Хотя бы немного.
Да, игра, конечно, не какой-то там экшен, какие-то там типа Crossout или Call of Duty, или вообще PUBG Mobile. Она просто, чтобы расслабиться. И все. Он сможет развернуться с таким-то грузом? Особенно еще и здесь. Нормально так в елку въехал. Вообще никаких проблем. Давай, давай, едь. Для тебя это не проблема, я же вижу. Вообще, я бы мог ехать и тянуть за собой УАЗик. Тут маленький, с помощью лебедки. Но это было бы немножко больше проблем тогда. Из-за этого. Так, вот это, походу, наш заезд. Так, я это, скорее всего, вырежу. Вообще, с корнями. Что даже... Да, ну... Окей, тут еще не был. А, вот почему я тут не был, потому что тут мост вот какой-то дикий. Давай, ты почти доехал. Все, еще один рейс остается, и мы по факту завершаем эту карту. Да? Все. А теперь эта машина пусть идет в гараж. Я ж помню, что тут стояла какая-то машина. А где она? Что, простите? Нет, мне нужно именно B131. А. Что? Погодите-ка, а что если... Так... Ага, а что если я все машины перереспавню сюда? Ну а дальше я пытался повторить тот же баг, потратил полчаса, в итоге ничего не получилось. Как-то так. Так, ну что ж. Машины-то я притащил, но я, кажется, сделал это зря. А, стоп. Мне нужна другая машина, которая с прицепом. Ага, и как... И что же это за машина? А, вот это. Не-не-не-не-не-не-не-не. Прицеп не толкай. Короче, попытался повторить баг. Это я уже снимаю на следующий день. И, ну, типа, как сказать... Если бы оно так получилось, все просто. Но нет. Оно просто так не получилось. Еще притянул-то зачем? Да, этот прицеп. Нужно его сейчас обратно скинуть. Потому что он мне вообще не нужен сейчас. Где он? Не, это не стоит. Все.
Двигатель пусто, пусть останавливается. Но мне нужно взять другую машину. Не это. Вот он. Нужно доехать, в принципе, до ближайшей загрузочной точки. А она находится вообще на другом краю карты, как бы. Вот то, конечно, оно еще дальше, но вот как сюда добраться? Это тоже не из легких. Да, хотя не, тут есть вариант. Как это можно сделать? Можно просто проехать вот здесь. Вместо того, чтобы бежать, или вот здесь вот съехать и на дорогу выехать и просто по прямой фигачить. Не, ну а чё такого? Ладно. Поехали. Ветка, да? Ну, ладно, ветка, да ты ветка. Что такого? Должен вытянуть этот транспорт, давай. Все, сейчас будем съезжать. И просто по прямой. То есть где-то вот сюда и дальше по прямой вот сюда. Короче, просто так вот поставлю метку, чтобы ориентироваться хотя бы, в каком примерно направлении будет точка загрузки. Только попробуй здесь встрянуть, короче, закопаться в землю. Какие там еще есть возможности? О. А, я уже знаю, что это за след. Я так исследовал часть карты. Вот, уже получше. Всего лишь стоило немного забросить скорость и начать снова ехать. И, кстати, это же получается последняя доставка будет. И следующее видео уже, скорее всего, будет по другой карте. Так, вряд ли тут можно переехать по прямой. Да, тут уже глубоко. Но ничего, едет.
Так, ну сквозь этот лес, думаю, сможет проехать как-никак. А, нет, мне нужно просто загрузку. Ну а теперь, если можно, я бы хотел выехать обратно через этот же лес, просто чтобы сократить. Я даже не вижу, что я врезался. А. Короче, нашел проблему на свою голову. Да не нужно мне вот загружать сейчас. А, только не говорите, что мне придется это все объезжать. Ну, ладно. О, вот тут будет быстрее. Сокращаем настолько сильно, насколько сможем. А почему бы и нет? На пятой передаче нормально вообще. Едем так. Так, нужно хотя бы сориентироваться, где там точка выгрузки на карте. А, ну. Где-то тут вроде есть несколько возможностей, типа, чтобы приехать сюда. Да, можно было бы сократить через лес вот где-то здесь и потом выехать. Ну, кстати, наверное, так и попробуем. Сейчас как раз гонится и поедет вообще очень быстро. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Просто настолько долго ехать, вот просто чтобы сгрузить вот эти бревна. И тут еще несколько карт при этом есть. Да уж, подвеска тут вообще что-то с чем-то просто. Ремонтных деталей больше нет, топлива тоже нет. Отлично. Похоже, что все-таки нужно было оставить хотя бы одну машину в гараже. В другом, который открыли. И да, скорее всего, эта часть будет где-то там в конце видео. Видео, возможно, вообще затянется больше, чем на час. Так ведь? Ну, скорее всего, да. Вот. Так что я даже как-то сомневаюсь, что кто-то увидит вот этот конец. Ну, в плане, как я завершаю эту карту. Так что. Игра-то классная, вот только хотелось бы SnowRunner еще поиграть.
Сколько раз я уже это сказал за все время? За вот этих два видео или три видео, которые я снял по Медранор, ну, точнее, которые я опубликовал. Так, получается, мы уже приехали? Да, там почти что по прямой ехать нужно. Мне кажется, будто бы уже здесь была какая-то дорога, даже кто-то будто бы здесь уже ездил. Но при этом тут машин нету. И отмечено оно здесь просто как обычное что-то там, типа равнина. Стоп, мы же уже здесь были. На этом мосту. Да, точно, мы сюда уже заезжали. Однажды. Да, разгрузить. И на этом моменте игра залагала. А, нет, все. Играли мы в итоге 1,5 часа. А что не открыто? Почему 6 звезд вместо 7? А следующая карта уже остров. Давай казуальный режим. Посмотрим, что в итоге будет с этой карты. Так, и у нас теперь опять есть вот этих три машины. Нет, точнее две. Вот это еще похоже на предыдущую, а вот это другая немного. Но модель вроде бы та же самая. И что же у нас тут на карте? Во, будет удивление, если тут что-то на острове еще есть. Ага, тут уже нужно две точки загрузки заполнить. А, да я понял. Снова открывать точки. Вижу гараж 1. Вижу точку. Несколько точек загрузки опять. Ну, нормально, короче. Что-то с этим уже можно будет делать. Опа, блокпост открыт. Машины без номеров не пропускаются. Что? Это получается, что где-то здесь еще есть этот. Ах, не открытые машины. Так, мы тогда, скорее всего, переключаемся на УАЗик, так как проще всего исследовать. Не, переключаться мы не будем, а просто загрузим. Все. Так, выезжаем из зоны. Ну, с зоны гаража. И обратно. Так, вроде бы должно было восстановить. Да, осталась только топливная станция. Ну ладно, посмотрим, что дальше. Куда вообще лучше сейчас ехать? Наверное, лучше всего открыть сейчас вот эту машину. Так что поедем туда по дороге. Потом, не знаю, что с блокпостом тут оно вообще происходит. Ну ладно, пусть будет. Поедем, скорее всего, к этой точке. Как вариант. Просто, чтобы была открытая зона. Но вот проблема в том, что тут еще находится гараж. Его тоже бы не помешало открыть. Да. Хотя, думаю, да, лучше всего скорее откроем гараж тогда. Просто, чтобы была возможность быстрее переноситься из одной точки в другую. А на этом видео заканчивается. Но продолжение будет в следующем видео. До связи.